18 марта 2018 года, 17 часов 34 минуты. Другие, лыжный спорт. Норвежский лыжник Йоханнес Клебе прокомментировал свою победу в общем зачете Кубка мира сезона 2017-18 и завоевание «Большого хрустального глобуса». В дистанционных гонках на финальном этапе соревнований Фолуней безоговорочный лидер спринта Клебе занял место в третьем десятке. «Это потрясающе, последние пара дней выдалась довольно тяжелой, и сегодня я не чувствовал себя здорово, круто видеть нас с Большуновым, таких молодых парней, на пьедесталах. Одержать победу в общем зачете – это для меня невероятно», – сказал Клебе в эфире Евроспорт 2. Клебе выиграл общий зачет Кубка мира, Большунов, пятый источник, чемпионат, сообщить об ошибке, комментарии 0, 18 марта 2018 года.